В Туркестанской области живет полиглот. Мирхан Топанбай, житель села Атасным-Сок Туркубасского района, знает 10 языков. Причем он выучил их благодаря собственной методике, с помощью аудиоучебников и книг, написанных шрифтом Брайля. Мирхану Топанбаю 29 лет. Его биография, в общем-то, стандартна для большинства казахстанцев. Учился в средней школе, потом поступил в институт. С отличием освоил специальности библиотечное и переводческое дело. Есть, правда, одно «но». Мирхан – инвалид первой группы. У него проблемы со зрением. Однако физические ограничения никак не останавливали тягу к самосовершенству. Мужчина с детства интересовался изучением языков и литературными произведениями других народов. Хобби перешло в увлечение всей жизни. В детстве я выучил турецкий и греческий языки. После этого, пойдя в школу, я освоил немецкий и французский. В университете выучил персидский и таджикский. Потом польский и болгарский. Затем я учил испанский и итальянский. Сейчас в языковой копилке Мирхана 10 языков. Учит 11-й – английский. Выработал собственную систему обучения с помощью аудиоучебников и книг, написанных шрифтом Брайля. Людей с ограниченными возможностями часто не принимают должным образом в нашем обществе, потому что многие думают о них как о людях с психическими расстройствами. Мои родители были в состоянии справиться с различными мнениями и взглядами людей. Мнение окружающих о себе сельский житель теперь формирует самостоятельно. А библиотека, где работает Мирхан, местная достопримечательность, теперь это настоящий центр обучения с культурными мероприятиями. От совместной работы с ним много преимуществ, потому что человек с большим сознанием, человечностью, потому что он прочитал больше книг, чем мы. Благодаря его таланту у нас много читателей. Он умеет повышать интерес людей к книгам. Мирхан Топанбай не только читает книги, но и работает переводчиком. В прошлом году вышел первый сборник его работ. В этом сельский библиотекарь готовит к изданию еще один. Тамара Степанова, Нурсултан Мухамеджан, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар 24.